То, что нам предстоит, не запрещено. Потому что никто не верит, что такое возможно. Меня зовут Майкл, и я аферист. Настоящая афера начинается тогда, когда все думают, что она уже закончилась. Но это лишь часть моего плана. Что ты сделал со мной? Он изменил твое восприятие. Такие, как он, экстрасенсы, шаманы, колдуны, способны перемещаться в собственное подсознание. Ты что, издеваешься? Обыграть казино можно, но подготовка требует времени, а его нет. Но что, если заменить подготовку способностями этих ребят? Мы пойдем в самое дорогое казино. Там нет никаких лимитов по ставкам. А значит, одна ночь. Один большой куш. Я бы на это посмотрел. Ты думаешь, ты профессиональный аферист, который знает, когда рисковать? Ну, может, стоит передумать. Вы со мной? Хотите уйти отсюда живыми и богатыми? Делайте то, что я говорю. Let's rock, baby. Да я просто шучу. Нет, не шучу. Нет, шучу. Ты хороший мальчик.